Мур, привет, друзья! Это Зверько, и я хочу рассказать вам о новом режиме и добавлении медалей. Итак, про медали. Если зайти в список героев, мы видим почти посередине значок, названный медалью, и также видим кнопку под надписью «Саппорты». Заходим по этой кнопке и получаем список. Здесь представлены все герои, которые у нас есть или нет. Тут мы можем посмотреть задания, после выполнения которых мы получаем медали героя и полученное мастерство. Внимание! Выполнять можно будет только на купленных героях. В дальнейшем эти медали будут выделять вас на загрузочном экране боя. Пока что не всем героям придуманы задания. Теперь посмотрим новый режим Deathmatch. Нам, как в выживании, предоставят список героев. Выбираем первого понравившегося. Я советую брать персонажей с легким стартом. С самого начала у вас 4 уровень и 1000 золота. Дальше все как обычно, кроме нескольких нюансов. После смерти вы можете выбрать следующего персонажа из выпадающего списка. Также выбрать ему эмблемы и решить, играть со стандартным закупом или же вручную накупить предметов. Времени на возрождение почти не тратится. Но тут есть второе правило. Можно не уничтожать трон, а убить противника 30 раз и получить заслуженную победу. Вот он, режим дефматча. Кстати, возрождает вас не на базе, а прямо на поле боя. Думаю, будет весело. Но когда введут этот режим, я не знаю. А на этом все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео и ставьте лапки. Всем пока!